Итак, всем здорово, чуваки. И, как вы знаете, я уже где-то месяца три пользуюсь десяткой. С марта, по-моему. Не только я, и моя жена, собственно. И у нас две черных десятки. И, собственно, чехлов у нас пока еще немного. Обычно у нас чехлов дохренище. Ну вот, собственно, у нас такие вот две десятки, я думаю, видно, да? Чехлы у нас... Сначала мы, когда купили телефоны, мы обычно заказываем с Алиэкспресса чехлы, собственно. Чтобы... Ну, потому что они в Москве, в России вообще стоят дорого. Даже китайские, такие, которые продаются на Алиэкспрессе, они тут с очень большой накруткой. И, собственно, мы, чтобы не убить телефоны, потому что задняя стенка стеклянная и очень стоит дорого, например. Да и экран недешево заменить. Собственно, мы клеим всегда стеклышко. Что сзади... Не, сзади тоже можно наклеить, но мы не клеили. Купили мы сразу вот такие силиконовые чехлы, два. Ну, не буду второй показывать, одинаковые. Они хреновенькие, натягиваются очень плотно, жестко. Мне даже боялся, что корпус айфона погнут, чем натяну этот чехол. Потом заказал с Алика вот такой чехол. Еще типа силиконового, только, ну тоже резиновый, только черный, он сейчас у жены на телефоне. И, собственно, сейчас заказал еще один. Собственно, вам хочу показать и сегодня его, как сказать, примерить. И буду, думаю, долго с ним гонять. Потому что чехлы мы обычно носим, хоть они набираются у нас, набирается их очень много за все время эксплуатации. Но все равно мы где-то месяца по два, по три, грубо говоря, носим. Редко, что каждый месяц меняем чехлы. Так, я уже порвал упаковку, походу. Да, прорезал. Так. Ничего нет в пачке. Короче, вот такой вот. Упаковка просит, типа, поставьте нам 5 звезд. Из 5 звезд я этому продавцу, естественно, не поставлю, потому что заказывал я в начале 2 апреля, а сейчас уже 17 мая, вот. Ну чехол, блин, я не знаю, как вам объяснить, но это тканевая, короче, резина, силикон, ну, резиновый. И что тут бархатная ткань, что вот тут, ну, очень прикольно. Я не помню, по-моему, рублей 120 стоил чехол, но это самый дешевый чехол, который я покупал, и он мне нравится. Я даже покупал дорогие чехлы, еще на семерку, на 7+, там за 1000 рублей, но они вообще по качеству, что мне прям нравилось в коробке, когда открыл. Блин. Нет, чуваку я только поставлю 2 за доставку. Короче, мы примеряем мой чехольчик новый. Наверное, надо было с этого края натянуть. Сейчас мы... Вот так вот мы сделаем. Оп, оп. Ну и смотри... Блин, вот вообще красавец, по-моему. Такой чехол. Классный. Блин, чуваки, всем советую. Ссылка, естественно, в описании. Даже я, наверное, на все, какие у меня есть чехлы, скину. В описании, мало ли кому будет интересно. Вот такой вот, силиконовый. Еще черный, который не попал в видео. Вот этот есть черный, темно-синий и серый. Вот этот, по-моему, у меня серый. Вот такой вот, темно-серый. Но есть черный. Блин, он, конечно, тоненький, да. Но он вообще клевый. Клевый. Камеру защищает, да, но немножко она, примерно она с камеры одного уровня, или может чуть-чуть камера утоплена под чехлом. Ладно, ребят, такой вот обзор, не знаю, распаковка, короче, чехол охрененный, короче, советую купить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.